случилась беда, и мечутся люди туда и сюда. Салон загорелся, все в жутком дыму, а я притаился, сижу все и жду. Быть может, не надо кого-то найти, да так под шумок туалет завести. Но дверь туалета уже заперта, а бортпроводница бледна и пьяна. Черно, и только лишь пламя горит все равно. Вот кто-то кого-то схватил за грудки, да через минуту сразились братки. И бьют, и дубасят, и волосы рвут, а кто поумнее, пинки раздают. Огонь лижет пятки и брыжется кровь, да где же, скажите, ребята, любовь? Поумнее сидят, жрут и пьют, кто деньги ворует, снимает часы, а кто просто лезет кому-то в трусы. Но где-то вдруг рядом послышался треск, и враз пополам развалился отсек. Так что же я сделал за эту, блин, жизнь? Ну дайте же шанс, чтоб я вновь не грешил. Падает самолет.